Священномученик Михаил родился в 1881 году в селе Горетово Московской губернии в семье священника. Михаил Михайлович окончил духовное училище, затем Вифанскую духовную семинарию и несколько лет преподавал в церковно-приходских школах. В 1908 году Михаил Марков был рукоположен во священника к Троицкой церкви родного села на место почившего отца. Прихожане знали молодого священника с самого детства, и вскоре у них сложились добрые отношения. Они откликались на любую его просьбу. Так в 1929 году местные власти попытались закрыть церковь и потребовали от священника уплаты страховки на здание храма, надеясь, что отец Михаил не сумеет собрать нужных средств. Но батюшка обратился к прихожанам с просьбой о помощи, и необходимая сумма была собрана. С тех пор началась непримиримая борьба за Троицкую церковь между советской властью и священником. Отец Михаил был и обложен штрафами, провел год в исправительно-трудовом лагере и 2 года в ссылке. После возвращения из ссылки священник был назначен служить в Преображенский храм села Горячкино Можайского района, где он проявил себя как ревностный пастырь. Увидев, что храм давно не ремонтировался, он, несмотря на гонения, собрал средства и отремонтировал его. Крестьяне полюбили нового батюшку и, как могли, заступались за него. В 1937 году за свою активную деятельность священник Михаил Марков был арестован и приговорен к 10 годам лагерей. Спустя всего 1,5 года после приговора отец Михаил скончался в Мариинском лагере и был погребен в безвестной могиле. Шестнадцатое июня – день памяти священномученика Михаила Маркова Горетовского пресвитера.